Здравствуйте. Хочу вам рассказать, чем отличается поезд СВ-вагон от купейного. Все такое же самое. Купе, двери закрываются. Коридорчик. Но в СВ-вагоне нет верхних полок. Это вагон на двоих. И в самом вагоне только 16 человек. А в таком купе 32. Вот этим и отличается СВ-вагон купейного. Удобство хорошее. Вот в СВ-вагоне дают наборчики у Укрзалезницы. Набор для транспортирования. Для пассажиров транспортных засобов. В него входит серветки паперовые, зубочистки, салфетка влажная и салфетка влажная для зубья. Дальше в своем вагоне, когда заходишь в туалет, накладки на унитаз, туалетная бумага, водичка, все есть. На столе скатерть. И еще когда мы ехали с Одессы, нам стояли две бутылки с водой негазированной. А когда едем с Карпат, ничего не стояло, бутылок не было. Это наша бутылочка. Чай, кофе принесли бесплатно, так как стоимость билета, наверное, входит. Свет включается, ночной режим, вешалочек достаточное количество, зеркала. Здесь лампа рабочая. Здесь вечером включается, если очень холодно. Вот есть одеяло, можно укрыться. Здесь вот вешалки для верхней одежды, выключатели. Это я не знала, что это, я еще не разбирала, не трогала, что это такое. Это, наверное, когда верхние полки есть и поддерживают верхние полки. Затем подушечки мягенькие, удобные, две штучки. Полотенце, чистое белье. Поднимается ящик, можно уложить свои вещи. Ковер на полу. Затем, когда закрываешь дверь можно сделать на проветривание. Так, штучку поднимаешь, и дверь открыта вот для проветривания. Не закрывается, не открывается. Затем дверь можно закрыть на защелку. И никто вам не зайдет. Ну, так мы живем. 14 часов в СВ-вагоне. Дальше. В коридоре есть розеточки. Стульчик. Здесь топится отопление. Очень тепло. Идемте в туалет. Здесь можно побриться. Вот туалет и санитарная зона. Сейчас туалет немного занят, я с вами вернусь к туалету. Огнетушитель. И здесь есть курилка. Ой, здесь прохладненько. Вот такая курилочка. Ну, наверное, как у всех поездов. Я очень редко езжу. Мы ездили в Карпаты, я вам Карпаты тоже оставлю ссылочку, как мы отдохнули. А сейчас мы возвращаемся в Одессу. Вот какая-то станция. Крыжополь. Мы проехали Крыжополь.
Акрополь на улице. Я тут никогда не была. Первый раз проездом, поэтому мне очень интересно. Если вам надеюсь, тоже интересно. Так, сейчас покажу вам, какой туалет. Если курите не в правильных местах, вот штраф предлагают заплатить. Либо самовольно, либо насильственно. И вот это как раз установленные места. Сидишь, любуешься природой, куришь. Интересно, здесь, наверное, вытяжки где-то нет, просто в щели выходит. Возвращаемся. В своей вагоне стоит. В ту сторону ехали хорошо. И обратно. Тоже. Мы ехали в Белый Пэть. Ходили на озеро Синевир. А затем мы были на термальных источниках. А мы были на страусиной ферме. Здесь для мусора специально кулечек. Вернемся чуть позже. Я зашла в свое купе. Мне принесли чай, кофе, вот сахар. Чай выпили, а кофе я сейчас попробую, буду пить. Я попросила растворимое. Они здесь делают любое растворимое. И заваривает. И я одной рукой не могу сахар разбомбить. Сейчас рассыплю по всей площадке. И будет всем хорошо. Все, будем завтракать. В поезде есть радио. Только сейчас его отключили, вечером работала, а сейчас отключили. Нам включали такие музыки, новости, все было. И такие занавесочки красивые висят. В общем, приятно в вагончике сидим, едем себе, полотенечко дали. Два полотенца каждому. Умываться. Простынь, пододеяльник. Удобство хорошее. В нашем вагоне установлено такое приспособление. Называется лестница. Сейчас покажу, как она открывается. Эта лестничка нужна, когда купе обыкновенное и лезут на вторую полочку. И вон, а тут лезут. Или достать одеяло теплое, если уж сильно холодно. Ну, в вагоне было очень тепло, топили замечательно. Мы не жаловались. А складывается она вот таким образом и защелкивается. Это я вам показывала. Наконец-то освободился туалет. Мне сказала женщина, что этот туалет получше, там похуже туалеты, там подувают сильно. Которое течение возит женщина. Так, показываю унитаз. Вот такой унитаз. Серебряный, можно сказать, в самом деле он железный. Крышка, если надо, опускается. Чтобы смыть его, поднимайте на борт, и все эти все снарезки. Поезд все раздавливает. Здесь проветривание. Бумага подписывается, вот еще бумага дополнительная. Затем дезодорант, одноразовые накладки на унитаз. Это в поезде своего вагона. Затем вот есть мыло, дозатор, видите, есть мыло, водичка. Мыло такое, кто любит. Вот такой вагон, если туалет. Все, выходим, не будем занимать. Двери закрываются, открываются. Выходим.
все, добираюсь, возвращаюсь домой в Одессу. Отдохнули здорово, снега было очень много. Мы отдыхали с 28 по 3 января на сам Новый год. Горы, сказка. Накатались, на подъемниках наездились, на экскурсиях, в чанах купались. Все очень понравилось. Всем удачи, всем пока!